Начнем с того, что адрес объекта недвижимости, будь то земельный участок, здание, сооружение, помещение или объект незавершенного строительства, это характеристика, которая определяет местоположение объекта недвижимости в пределах населенного пункта либо за его пределами. Поэтому в первую очередь адрес должен быть уникальным и не повторяющимся. То есть определенный адрес может быть присвоен только одному объекту. Для того, чтобы адрес был упорядочен и легитимен постановлением правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 года номер 1221 утверждены правила присвоения, изменения и аннулирования адресов. Итак, а каким же образом можно присвоить адрес объекту недвижимости? Адрес присваивает орган местного самоуправления по собственной инициативе, либо по заявлению собственника объекта недвижимости, можно, соответственно, присвоить адрес, либо лица, обладающего в отношении объекта недвижимости правом. Хозяйственного ведения, оперативного управления, пожизненного наследуемого владения, либо постоянного бессрочного пользования. От имени лиц, обладающих определенным правом, могут обратиться их представители. То есть, к примеру, от имени собственников помещений в многоквартирном доме им будет выступать представитель, уполномоченный решением общего собрания указанных собственников, а от имени членов садоводческого товарищества такой представитель, который уполномочен решением общего собрания членов такого, соответственно, объединения. Следует отметить, что в случае образования нового объекта недвижимости адрес присваивается одновременно с его образованием. То есть постановка на учет государственной кадастровой и регистрация права осуществляется уже в отношении объекта недвижимости с присвоенным адресом, что также подтверждает уникальность объекта недвижимости. Неповторяющийся кадастровый номер и индивидуальный адрес. Но для того, чтобы действительно адрес не мог повториться, существует федеральная информационная адресная система, такая как ФИАС. Одновременно с присвоением соответствующего органу местного самоуправления адреса объекта недвижимости указанный адрес вносится в данную систему, то есть ФИАС. Кроме того, ФИАС – общедоступный ресурс, доступ к которому не ограничен, и любое заинтересованное лицо может посмотреть информацию об адресе интересующего его объекта недвижимости.